Сэкономить время и сохранить нервы самарцам помогут сотрудники городского многофункционального центра. Более десятка услуг, необходимых при рождении ребенка, теперь можно получить единовременно. Необходимо лишь предоставить минимальный пакет документов. Человек приходит, приносит всего три документа, то есть это паспорт, справку о доходах, значит, и свидетельство о семейном положении, то, что человек должен лично показать. И на основании этих документов получается 14 услуг одновременно. Если раньше каждое пособие приходилось оформлять отдельно в разных ведомствах, что занимало несколько дней, то с начала текущего года можно получить весь комплекс услуг в МФЦ. На это потребуется не более часа. Родился ребенок, человек приходит к нам, мы можем предложить ему оформить сразу несколько пособий. Это единовременное при рождении ребенка, ежемесячные пособия, параллельно оформить пособие и пенсионного фонда, то есть и СНИЛС, налоговую присвоить номер идентификационный ННН. То есть очень удобно. Рождение ребенка – вторая по счету комплексная услуга самарского МФЦ. Первая появилась в прошлом году для женщин, меняющих документы после замужества. В планах комплексная услуга по оформлению недвижимости. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События.